внушительный внешний вид. Огромные, крепкие, ветвистые рога. И очень непредсказуемый характер. Этого достаточно, чтобы стараться избежать встречи с ним. Вы на канале Знай ТВ, и сегодня мы посмотрим на благородного оленя и трудности, с которыми он вынужден сталкиваться. Не забывайте оценить этого красавчика и подписаться на канал. А мы уже начинаем! Благородный олень. Воплощение силы, решительности, красоты и одновременно спокойствия. Существо, которому многие народы приписывали магические свойства и возможность бывать сразу в двух мирах. Животное, изображаемое на гербах как в средние века, так и в современности. Это все наш сегодняшний герой. И выглядит он соответствующе. Это мощное, но грациозное тело на длинных ногах. Большие выразительные глаза и, конечно, рога. Крепкие и острые, которые могут весить до 16 килограммов. Хотя это группа видов, и благородными оленями называют как крупные подвиды, вроде маралов и вапити, так и более мелкие. Например, самые крупные представители могут достигать высоты в холке более 1,5 метра и иметь массу свыше 300 килограммов. Тогда как бухарский олень, обитающий в Центральной Азии, примерно в 2 раза меньше по размеру. А вообще, их ареал обитания огромен, и благородные олени населяют леса всех континентов, кроме Антарктиды. Они превосходно адаптируются практически к любому климату и встречаются даже в гористой местности, было бы что жевать. Кстати, несмотря на свой размер, это очень ловкие и выносливые животные. Они способны разгоняться до 60 км в час и долго поддерживать такой темп. А еще они совершают такие впечатляющие прыжки. Выглядит, конечно, это очень эффектно. И такой высокий забор олень перепрыгивает легко и грациозно. Правда, иногда на месте их приземления появляются машины. Что же касается еды, то благородный олень изысканностью не отличается. В ход идет почти все. Травянистая растительность, кустарники, ягоды, грибы, злаки, лишь бы съесть не менее 10 килограммов в день. Ведь особой калорийностью пищи не отличается. Подходит даже кора деревьев. Кормиться они предпочитают по утрам, когда не слишком жарко. А вот жару они любят пережидать в прохладных местах, например, в тени деревьев. Хотя подойдет и лужа. Отдельного упоминания достойны рога оленя, ведь они являются одними из самых красивых у животных. Благородный олень имеет раскидистые рога, ветви которых могут быть более 1 метра каждая. Они расходятся в стороны и имеют множество отростков, формирующих так называемые кроны. Выглядит такое оружие, конечно, очень внушительно. Особенно если учесть, что отрастил олень такую красоту за 3 месяца. Рога оленей являются самой быстрорастущей костью известной науки, и в день они вырастают до 2,75 сантиметра. Поначалу они мягкие и пронизаны системой кровеносных сосудов, но к середине лета рост их заканчивается. Тогда-то животные начинают очищать их об дерево, чтобы удалить остатки омертвевшей кожи и предстать перед дамами во всей красе. Ведь начинается период гона. В это время одинокие самцы примыкают к группам самок, чтобы захватить их в гарем. И для своего обозначения они издают такой протяженный звук. Он очень громкий и разносится далеко по округе. Но его также слышат и другие самцы, претендующие на самок. Для доказательств серьезности намерений олень может вспахивать рогами землю.
схватки не избежать. Олени сцепляются рогами, пытаясь сдвинуть с места противника и протащить его назад. Но несмотря на риск травм, никто не спешит сдаваться, и противостояние продолжается. Только послушайте этот звук. Словно мечами олени орудуют рогами, поднимая вокруг куски земли. Очень упорная битва. Но после очередной мощной атаки один из оленей быстро уносит свои ноги. При этом в подобных схватках никто из более молодых самцов не рискует даже близко подходить к таким ветеранам. Но на самом деле подобные битвы очень опасны, ведь они могут серьезно травмировать бойцов. На этом видео олень сильно хромает. Но за ним следует второй самец, который настроен очень агрессивно. Он наносит удар сзади, и противник падает на острые камни. А затем он атакует второй раз. Этот олень уже не сможет стоять на ногах. Такова дикая природа. А победитель теперь может гордо ходить около самок и собрать их в свой гарем. Он внимательно следит, чтобы никто из самок не покинул его компанию. Ну и, конечно, победитель не подпускает сюда других самцов. Для этого также может использоваться громкий голос. Период гона олени особенно агрессивны, и нередки случаи, когда они бросаются на машины. Да и человеку с ними следует быть очень осторожным, ведь противостоять такому крупному самцу нет шансов. Хорошо, что олени не умеют залезать на деревья. Вот такой вот лось, прям рядышком, прям красавец такой. А этому оленю, видимо, не понравилось, как его назвала девушка. Но когда брачный период завершен, оленям становится не нужно их оружие, и они сбрасывают рога. Ведь к следующей осени у них отрастут новые. Кстати, так поступают еще и лоси. А в начале лета у самок рождается обычно по одному олененку. Что интересно, у него пятнистый окрас, который очень помогает в маскировке. Он еще очень маленький, поэтому единственная защита от хищников – спрятаться. И оленята блестяще это делают, ведь они способны долго затаиваться без движения. А кроме того, они почти не имеют запаха, так что лесным хищникам трудно учуять их. И при необходимости даже молодые олени способны разгоняться до 60 км в час и долго поддерживать такой темп. Очень надеюсь, что волк не смог догнать его. Однако волки крайне умелые охотники, которые действуют сообща. Их задача обратить стадо в бегство, после чего можно легко отделить больных или слабых особей. Усугубляет ситуацию зима, когда олени проваливаются в глубоком снегу. Например, в Йеллоустоуне олени вапити являются основным объектом охоты волков. Но взрослого оленя не так-то просто добыть. Его длинные ноги позволяют быстро убегать даже по глубокому снегу. Хотя его преследуют короли выносливости, и олень прыгает в воду. Благодаря особой системе кровообращения он может долго находиться в холодной воде, не опасаясь переохлаждения. Чего не скажешь о волках, которым очень опасны такие ванны. Поэтому они обычно оставляют охранника. Но восстановив свои силы, олень, припугнув охранника, устремляется дальше. Этот самец – слишком сложная добыча. Хотя в воде даже самки могут дать отпор хищнику,
Ее длинные ноги позволяют бежать там, где волк плывет, и теперь уже она выматывает охотника. А затем она даже идет в атаку. И волку приходится отступить. Но рога могут сыграть злую шутку со своим обладателем и обрести его на мучительную смерть. Такие кадры нередко можно наблюдать в лесу, ведь рога у оленей очень ветвистые. И это всегда готовый обед для хищников. Даже в схватках они могут крепко запутаться, что часто приводит к смерти одного из бойцов. Посмотрите, как этот олень тащит по снегу своего еле живого противника. И в таких случаях без помощи человека животному не обойтись. Хотя иногда бывает и так. Этот самец неудачно перепрыгнул забор и воткнулся рогами в землю. К сожалению, он сломал себе шею и погиб. И провалиться под лед для этих крупных копытных означает верную смерть. К счастью, люди заметили оленя в воде и вытащили замерзшее животное на сушу. Обессиленный олень не мог двигаться, и ему не помогало даже тепло от костра. Тогда люди отвезли его в теплый гараж, где животное отогрелось, и с новыми силами он быстро убежал обратно в лес. Вот таким сильным и упорным оказался этот рогатый лесной красавец. А я надеюсь, было интересно и ролик вам понравился. Тогда его оценка будет лучшей наградой для меня. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Увидимся, как обычно, через неделю. Пока!